вообще в мире не может быть такого, чтобы, значит, было равноправие и равные возможности у всех людей, кроме как в шариатском государстве. Я, альхамдулилля, мусульманин и не мечтающий о шариате и шариатских законах на своей территории, я буду самым глупым человеком. Я еще раз благодарю Аллаха, альхамдулилля, что я этого хотя бы понял, столько лет времени живя. Вы можете рассказать насчет вашей дочки? Какая она была человек? Когда ее нет, становится ясно, что такой человек – это редкий человек вообще. И по натуре, и по характеру, и по знаниям. Это очень редкий человек, оказывается, был. Она и в школе училась очень старательно. Значит, вообще у нее две или три, сколько там было, я не помню, четверка были по физкультуре, по там иностранному языку, что ли, это было. Она закончила магистратуру. Защитила отлично, вот здесь работала, одновременно занималась и науками, исламскими науками, наверное, занималась, она тоже знала хорошо, заучила наизусть Коран. Значит, ну, конечно, добрейшая душа была, добрейшая душа. Она, я не знаю, когда-нибудь она на ком-то зла держала ли она, или там, нет, это добрейшая души человек был. Почему мусульманка, убежденная мусульманка или мусульманин не может совершить такой поступок против тех, которые убивают мусульман, значит, действуют по своему усмотрению на территории мусульман? Почему не может это делать? Это допускается. Я допускаю. Но таким же образом я допускаю, на 50 допускаю, что ее украли и бросили туда. И тоже, значит, почему? Потому что для этого тоже 100 примеров могу я привести. По пальцам могу привести пример. А кто украл? Кто именно украл? Заинтересованные люди. А кто это? Заинтересованные люди в продолжении этой самоуничтожающей войны на Кавказе и самоуничтожающей войны вообще и в масштабах России. А это кто? Это ФСБ? Я не знаю. Это ФСБ? Не знаю. Я не могу ни ФСБ сказать, ни там что-то сказать, я не могу. А может быть это... Но я убежден, что и в среди ФСБ, и среди МВД, и среди всяких этих людей есть люди, заинтересованные в этом. Это большие деньги, это, значит, большая политика, среди них эти люди есть. Есть там какой-то урок для вот этого примера? Есть. Очень большой урок есть. Для власти особо не есть, если власть хочет этот урок воспринимать. Вот, если мы, дагестанцы, являемся составной частью Российской Федерации, мы мусульмане, измените к нам отношения.